Так, неплохо получилось. А ну, Саш, подай мне оранжевый фломастер. Зачем? Ну вот, здесь раскрасить. Туда оранжевый не подойдет. Там явно видно, что нужен синий. Ты так говоришь, как будто бы что-то понимаешь. Что ты имеешь в виду? Мальчики плохо разбираются в красоте. И тут явно видно, что нужен оранжевый. Все лучшие дизайны вещей для вас придумали мужчины. Я уже не говорю о ювелирных украшениях. Девочки умней. Мальчики проворней. Девочки красивей. Только благодаря нам. Ну все, умник, я с тобой больше не разговариваю. Больно надо. Дети, дети, не ругайтесь. Давайте лучше чаю попьем. Я помогу накрыть на стол. Дети, давайте о чем-то поговорим. Тетя Юль, вот скажите, девочки же больше понимают в красоте. Что значит лучше? Да на мужчинах весь мир держится. Без женщин вы бы не выжили, потому что мы за вами ухаживаем. Да мужчин лучше в мире повара, а вещи свои я и сам могу стирать. Девочки лучше. Мальчики. Девочки. Мальчики. Так, стоп, 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 стоп. Ребята, никогда нельзя никого сравнивать. Научитесь быть командой. Мам, ты что, не на моей стороне? И не на твоей, и не на Настиной. Вы оба неправы. Давайте поиграем в домино. Согласна. Я тоже. Это Полина на домино, но принцип не меняется. О, у меня дубль машинка, я хожу. А у меня дубль самолет, значит первый хожу я. А почему это ты? Потому что у меня дубль. И у меня дубль. У меня самолет, а значит он важней. А у меня машинка, чем она хуже? Самолет всегда был круче машины. Я первая увидела дубль, и поэтому первая хожу я. Я мальчик, значит я. Девочкам нужно уступать. Дети, дети, стоп, стоп. У меня дубль трамвай. И так как я взрослая, покажу я. Теперь я хожу. Чего это ты? По часовой стрелке. А может по старшинству? Правила никто не отменял. Их никто и не устанавливал. Ну ты, девочка. Что ты имеешь против девчонок? То, что девочкам надо уступать, придумали сами девочки от своей слабости. Так что ладно, ходи. Нет уж, ладно, давай играть по твоим мужским правилам. Ты опять? Дети, дети, стоп, стоп! Вы опять за свое! Я вас прошу, научитесь играть в команде, научитесь ценить друг друга. Так, хорошо. Смотрю, сегодня вы на домино не настроены. Предлагаю поиграть в шахматы. Ходи, Настя. А почему ты не повернул черные? Они подходят сегодня под твое настроение. Под мое настроение? Это ты встал не с той ноги. Чего? Я раньше думал, что ты самая лучшая девочка на свете. А сейчас понимаю, что ты вредина. Ах так? Тогда больше не звони мне. И не буду. О, сейчас я их проучу.
Да надоели вы уже, хватит спорить. Вы оба дети, а значит круче я. Чего? Чего слышали? Есть у меня одна игра, в которую вы меня даже вдвоем не обыграете. Мам, мы же дети, мы в любой игре обыграем взрослого. Ого, это же микрокардиналы. Они самые. И вот их карта. Ого, какая большая. Их коллекции это 33 штуки. Какие правила, мама? Правила на обратной стороне. Вот здесь вот игровое поле. Я вам сейчас в ходе игры все расскажу. Ты и Настя играете в команде против меня одной. Микардималы это игрушки, которые созданы по мотивам мультика Микард. Сейчас этот мультик показывают на плюс-плюс. У меня их 4 штуки. Две в вашей команде и две в моей. Машинки могут трансформироваться в робота-бойца. И наоборот, машинку. Все машинки – это герои из мультика. Их очень интересно коллекционировать. Выбирайте, какого вы хотите. Я буду играть Танатос. А я буду играть Мерина. Отлично, тогда мне остается Тедор и Мамори. Попробуйте меня выиграть. Смотрите, дети, на каждом микардимале есть вот такая вот беленькая наклейка. Мы ее снимаем и определяем, в какую команду относится ваш микардимал. К синей команде, красной или черной. Вот мой микардимал. Мой Тедор относится к красной команде. Мы определили команду каждого из микардимала. Теперь мы ставим их на линию старта. Мои две машинки и ваши две машинки. У каждого микардимала в комплекте было по 3 карточки. Золотая, серебряная и бронзовая. В центре у нас 2 сектора. Для одной команды и для второй команды мы выбираем 3 карточки. Золотую, серебряную и бронзовую. Это на один сектор, это на второй. Сейчас мы разглаживаем карточки. Максимально могут сражаться по 3 машинки. Стартуют по одной машинке. Я выбираю одну из своих, а вы выбираете одну из своих. Машинки направляем на карточки. И со словами 1, 2, 3, микардималы, вперед! Мы запускаем свои машинки. Ну что, кто из вас первый? Я уступлю Сереже. Он ведь мужчина. Ну что, приготовился? 1, 2, 3, микардималы, вперед! Итак, теперь смотрите. Если моя машинка трансформировалась, а ваша не трансформировалась, то я забираю вашу карточку себе, золотую. И теперь смотрим. Мой микардимал в красной команде. И мы смотрим по красному сектору. Моя машинка заработала 110 очков. Итак, у моей команды одна лишняя карточка и 110 очков. Ну что, играем дальше? Заполняйте свой сектор и забирайте машинку. Ну что, Настя, ваша команда проигрывает. Теперь твоя очередь. 1, 2, 3, микардималы, вперед! Ну что, малышня, можете теперь поспорить, а я вас обыгрываю. У меня еще плюс 80 очков и моя карточка. Ну что, нашептались? Продолжим? 1, 2, 3, микардималы, вперед! Сережа, ты такой молодец! Микардималы, вперед! Ура! Ура! Микардималы, вперед! Ура! Ура! 1, 2, 3, микардималы, вперед! Микардималы, вперед! Ура! Ура! 1, 2, 3, микардималы, вперед! Микардималы, вперед!
команда «Малышня», вы выигрываете. Но сейчас решающий запуск. Сейчас посмотрим, насколько вы крутая команда. Я верю в тебя, Настя. 1, 2, 3, приходи, малыш, вперед! Мы победили, дай 5. Настя, ты такая молодец, ты так классно играла. Сережа, из нас получилась классная команда, и мы победили. Ну вот, я же вам говорила, нужно научиться быть одной командой, а вы ругались. Мы не ругались. Мы с Сережей самые лучшие друзья. Сережа, наверное, пришел. Что ты даешь? Надь, заходи, мама не скоро подойдет. Настя, ты будешь сок? Давай. Настя, сейчас перекусим и будем приступать. Нормально. Я к гостям не готовилась. Нужно перепрятаться и дождаться, пока она уйдет. У твоей мамы хороший вкус. А кто за цветами ухаживает? Мама. Я хочу пустить на пальму. У моей мамы такая же. Мамины орхидеи. Орхидеи? Да, у меня в комнате. Класс, я их обожаю. Фух, ну хоть бы сказал, что у него гости, я бы хоть переоделась. Смотри, это мамины орхидеи. Класс, такие красивые. Моя мама тоже их любит. А у тебя классная комната. А зачем тебе две кровати? Для меня и для Полины. Но она пока спит в маминой комнате. А покажи мамину комнату. Там ничего интересного. Кровачка, балкон. Ну пошли. Нужно было сразу сказать, что я дома. А теперь не поймут. Ну ты даешь. Что, правда? Нет, тут сильно видно. Ой, идут, найдут.
колыбельке? Ну да, ей только 2 годика. А почему в этой комнате нет комнатных цветов? Мама говорит, что тут мало света из-за балкона. О, тут балкон есть, прикольно. Фух, и зачем я это затеяла? Настя, давай мыть руки и делать то, что мы задумали. Давай. А каким мылом можно помыть руки? Любым. Я люблю твердое, а вот здесь одни флакончики. А, твердое мыло есть в душе. Настя, сейчас возьмем все нужное и будем приступать. Ага. Надя, держи альбом. Давай сначала уберем на столе. Да, на нем будет удобнее всего. Устала я в прятки играть. Ой, Настя, я же краски забыл. Ты пока что тут разложи все, а я краски принесу. Хоть бы он меня тут не увидел. Мама, ты что тут делаешь? Я паука хотела убить. Признавайся, ты что, за нами шпионила? Нет, я просто услышала, как ты пришел с девочкой и постеснялась с ней знакомиться. Мам, так это же Настя, ты ее знаешь. Правда? Тогда я пойду чай приготовлю. Привет. Привет. Проходи. Настя.
случилось? У меня сегодня день рождения. И что? Это же веселый подразник. Меня никто не поздравил. Почему? Мама и папа на работе, брат в саду, друзья не звонили. Ну еще же не вечер. Тем более не все до друзья забыли про твой день рождения. В смысле? Сейчас. Вот. Класс, это мне? Ну конечно. Зеркало там. Как красиво. А прическа? Вот только глаза заплаканные. Сейчас. Вау, прикольно. Аксессуары. Ну, тут я подготовился. Выбирай. Можем идти. А ты что, так пойдешь? Ой, сейчас. Я готов, можно идти. Пошли. А на чем мы поедем? Сейчас. Алло.
like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Как здесь красиво. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into my sail, away from things I let go. Floating on the waves, we go bottoms up, we go all the way. When you're feeling down, push the pain away. We go bottoms up, we go all the way. And face that shit another day. We go bottoms up. Почему ты не сказала, что у нас гости?
Так я сказала тебе. Мама! Куда это он? Ну, зубы, наверное, чистить. Утро же. Не обращай внимания, проходи. Итак, дети, у нас сегодня челлендж. Правила у нас такие. Мы сначала вслепую достаем бейблейды, а потом сражаемся. Девочки против мальчиков. И кто побеждает, тот получает сюрприз. И ты снова выиграл. Загадывай желание. Желание? Я хочу... Сережа! Да, мам! Сережа, какие у нас правила? Правила у нас, мы тянем бейблейды вслепую. Ну так давай, тяни бейблейд. Настя уже вон вытянула. И вот сейчас... Вы запускаете на 3, 2, 1 бейблейды, и мы посмотрим, кто будет сильней. Феникс Насти или Экскалиус Сережи. Давай поиграем в челлендж угадайку Скитлса. Закрывай глаза. Какой? Яблоко. Да, угадала. Клубника. Правильно. Теперь моя очередь. Сережа! Что? Сережа! Мам, что? Сережа, соберись, ты только что проиграл Насте. Что, я проиграл? Ну да. Значит, Настя играла лучше. Итак, счет у нас 2-1. Сережа и Настя выбирают новые волчки. Теперь ты выбирай первый. Хорошо. Итак, ребята, Сережа у нас выбрал Генезис Валтраека, а Настя у нас играет Гарудой. На 3, 2, 1. Следующий раунд. 3, 2, 1. Сереж! Что, мам? Ну давай просыпайся уже и собирай волчки все. А Настя где? Ну ты же спал все съемки. Смотрю, что ты не в настроении. И мы решили, что будем снимать другой раз. Эх, другой раз. Эх, мама.